В Бендерах продолжается реконструкция парка Горького. Его открыли больше полувека назад. С тех пор масштабных восстановительных работ там фактически не проводили. Благоустройством парка занялись в прошлом году. Футбольное поле с прорезиненным покрытием появилось в парке Горького в прошлом году. Теперь здесь регулярно тренируются дети. На очереди волейбольная площадка с песчаным грунтом. Ее построят по европейским стандартам. Рабочие уже расчищают территорию. Скоро появится детский городок, уже второй по счету в парке. Снесены старые качели и карусели, которые пришли давно в негодность. Вот сейчас уже установлена часть детского городка. Ведется работы над разбивкой тротуарами, дорожками в детском городке. Ну и также он будет в дальнейшем увеличиваться и развиваться. Будут установлены качели, карусели. Еще одна большая стройка запланирована на месте бывшего и практически разрушенного здания бильярдной. Тут будет кафе. В программу благоустройства парка входит и замена лавочек и урн. Работы идут и за пределами парка. По улице Комсомольской, вдоль лицея, школ гимнастики и детсада по Горького уже уложена тротуарная плитка. Раньше здесь был разбитый асфальт. Новая пешеходная дорожка вскоре соединит улицы Суворова и Калинина. Мы все знаем прекрасно, что на сегодняшний день тротуары в ужасном состоянии. Все работы, которые проводимые в городе, они проводятся в тесном сотрудничестве госадминистрации, горсовета и Верховного совета. Округ Первомайский в Бендерах в последние годы заметно преображается. Зимой после капремонта открылся городской бассейн после почти 20-летнего простоя. Масштабный ремонт сделали за счет средств фонда капитальных вложений и городского бюджета. Юрий Чернявский, ТСВ.